Их труд переоценить сложно. Ежедневно они стоят на страже самого ценного – здоровья. Люди в белых халатах, медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня их чествуют в стенах Щелковского районного культурного комплекса. Дело их жизни во все времена было и остается самым необходимым. Действительно, что может быть важнее здоровья и жизни в целом, сохранить которые их долг? Должны работать профессионалы, которые много знают, которые хорошо учились в медицинских институтах, которые любят свою профессию. И нелегко врачам. И в то же время мы любим свою профессию, любим своих больных, особенно маленьких пациентов. Настоящий врач, медсестра или же другой медицинский работник посвящает свою жизнь служению человеку, его профессия, призвание. Не перестаете дарить свое тепло, свое знание, свое умение всем людям, которые нуждаются в вашей помощи. И поэтому еще раз хочу пожелать вам здоровья. Первое, что желаю, это здоровье. Потому что без него жизнь во всех ее начинаниях становится бессмысленной. Вы первыми встречаете людей, когда они появляются на свет, и в течение всей их жизни вы ведете их, наблюдая, оказывая им помощь. Сегодня на страже здоровья щелковцев стоят более 670 врачей, свыше 1200 средних медработников. Немало и ветеранов сферы. Благодарны за труд этих людей был организован праздничный концерт. Многих торжественно наградили грамотами, благодарственными письмами регионального Минздрава, руководства нашего муниципалитета и Московской областной думы. Профессионального долголетия, потому что ваша профессия – это ваше призвание, это на всю жизнь. Ваша профессия – невозможно быть людьми без высокого духовного такого качества. Вам присущи доброта, благородство. Сегодня в нашем городском округе работает 13 медучреждений здравоохранения Московской области. Появляются и новые, в том числе и самого высокого уровня, оснащенные современным оборудованием, где работают опытные специалисты разного профиля. Медучреждения модернизируются, медицинская помощь оказывается под десятком специальностей в амбулаторных и стационарных условиях. Важно отметить, муниципалитет оказывает поддержку медицинским работникам. На сегодняшний день мы хотим сказать без хвастовства, а с гордостью, что наш городской округ находится на лидирующих позициях по мерам социальной помощи медицинским работникам, так как перед нами стояла очень важная задача, это при открытии перинатального центра, в котором более 800 штатных единиц медицинского персонала, мы были обязаны организовать работу на должном уровне, чтобы обеспечить медицинское персоналом такой стратегически важный для региона объект медицинский перинатальный центр. В этот день мы говорим им спасибо людям, чья благородная профессия очень трудна, но так важна для каждого из нас. Анна Балиет, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».